Добрый день, друзья. С вами Квестоник. И мы с вами сегодня играем в такую игру, как Pickup Truck Driving. И здесь мы будем с вами водить вот такой вот джип. Или пикап. Другими словами. Так. Аккуратнее. Вот. Вот в таких вот скалистых горах. Не знаю, вон внизу море. Обрыв. Так, и Йохан и Буба здесь на время. Я что-то расслабился, так спокойно еду себе. Тут, оказывается, на время. Хотя тут тоже нельзя слишком сильно разгоняться. Вот видите у нас, что на кузове лежит какой-то тюк сена. Я так понимаю, что нельзя, чтобы он свалился с кузова. Вот и все. Так, мы снова едем. Так, джип у нас тот же, я так понимаю, здесь он будет у нас один всего лишь, потому что вариантов даже нет. Вот, и так, мы едем дальше, и какую-то сейчас, не знаю, какую-то бочку везем, что баллон какой-то, непонятно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, сейчас опасно. Я не знаю вообще, чем он там прикреплен, что он так держится, потому что в реальности уже давно бы свалился. Так, у нас очень тут мало времени нам дают вообще. Поэтому тут надо еще и немножко торопиться. Так. Ой. И готово. Так, тут мы вообще какие-то черные ящики, что ли, везем. Непонятно, что это такое. Так, я совсем забыл за камеры. Вот одна из них. Ну, это, не знаю, так себе выглядит. Вот, вроде неплохой вид камеры. Так. И, по-моему, все. Сейчас проверим еще. Вот мне понравился такой вид. Сейчас мы немножечко поездим на нем. Потом посмотрим дальше. Хотя, мне кажется, это все. Я, по-моему, смотрел уже. Если не ошибается. Ну, так, игра прикольная, да. Единственное, что только тут никакого разнообразия, тут одна машина всего лишь. И, в принципе, однообразные все уровни. Так, ну, отличается тем, что разные груз мы перевозим, это уже хоть что-то. Так что, в принципе, неплохо. Так, ну да, тут всего лишь три вида камеры, тут этот основной идет. Так, аккуратненько. И все, выполнили. Так, теперь мы... Так, я не понимаю, что это такое. Какие-то блоки не везем. Ну ладно. Тут по-разному. То вот минуты, то вот полминуты дается времени. Ну, такое себе. В зависимости от количества точек, которые нам надо проехать. Хотя тут целых 8, а дали всего лишь полминутки. Это что-то маловато. Я не знаю, что вряд ли мы успеем. 10 секунд осталось, еще 3 точки надо проехать. Хотя вот вроде последняя. Давайте. Так, здесь что? Тут мы кирпичи какие-то везем. Так, понятно. Ой-ой, так тут аккуратненько надо. Так, ну вот нравится мне такой обзор. Жаль, что машину вот так вот нельзя покрутить ее со всех сторон. Вот такого вот нет. Типа самый мой любимый вид камер. Так, тихо. Я сейчас был очень близко к пропасти. Так, ну конечно, тут отвлекает, потому что это на время надо. Ой-ой-ой. Что-то я за временем особо не следил. И походу я не успел. А. Так, здесь мы везем какой-то моток провода. Не знаю, может кабель какой-то прокладывать будем. Так, и поехали. Здесь, в принципе, дорога такая более-менее ровная, поэтому можно немножечко и ускориться. Тут особо такого ничего нет. Ни всяких там холмов, ничего такого. Так.
Ой-ой-ой, стой. Ой-ой-ой. Так, что-то руль начинает заклинивать. Так, не понял. Я что, проехал что-то? Наверное, да. Так, снова какие-то уже тоже ящики, коробки везем, непонятно. Так, тут проезжаем. Так, вот здесь опять начались неровные дороги, поэтому особо тут и не разгонишься. Тут надо быть аккуратно. Вот, видите, они уже прям, ящики эти уже чуть ли не на краю лежат. Сейчас один ящик упадет, и все. Считай, мы зря старались. Так, и вроде бы успеваю. Ой-ой-ой. Сейчас чудом не вылетели. Так, снова эта бочка. Непонятно ли какой-то... Наверное, какой-то баллон под давлением. Пропана или бутана, не знаю. Газ какой-то. Похоже что-то на это. Поэтому тем более надо аккуратнее вести. Так. Ой-ой. Так. Здесь проехали. Так, и осталось. Мы должны вроде успеваем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тут, конечно, сейчас было неожиданно. Я думал, сейчас в пропасть улечу. Так, что здесь у нас? Здесь опять, ну, повторяются уже эти грузы. Ну, хотя много было всякого, чего мы перевозили. Так. Едем здесь. Вот такие вообще неровные дороги. Только в одном уровне, по-моему, была такая идеальная дорога. А все остальное вот это вот безобразие. Так, снова эти черные ящики. Наверное, все заново пошло по кругу перевозить. Ну, нормально. В принципе. Это не страшно. Так. Здесь у нас так вот тут опасный такой вот подъем. Так, а здесь не видно. Ага, видно все. Так, это вот здесь вот надо быть аккуратным. Так. Тут слишком, мне кажется, много времени дали почему-то. Хотя, ну, нормально сойдет, спешить все равно некуда. Тихо. Так, и осталась последняя вам точка, и а еще целых полминуты. Как-то неравномерно они распределяют это все. Так, нет, таких ящиков у нас еще не было. Это что-то новенькое. Так, тихо. В принципе, минуту дали практически. Ладно, успеем. Деваться-то некуда. Так. И... И готово. Еще один очередной уровень пройден. Так, и снова ящики. Что-то сегодня мы в основном одни ящики возили. Ну, наверное, с каким-то важным грузом. Так. Тихо. Тут вообще что-то как-то неплохо закрепленные. Так.
Все. Ну все. С вами был Квестоник. И всем пока.